Если бы вы были моей женой, то я бы с вами век бы не развелся. Душа моя, ну чего не может быть, на что о том терзаться? Собирайте вы, короля и дам. Да, изволь. Да. Король Третьевый и первая дама. Которому все смертные поработились. Могу ли я просить? Да чего ты просить хочешь у меня? Могу ли чего? Я просить? Чего? Ах, только ежели не денег. Так, так. Батюшка, он ну, с тобой обурится. Разумеешь ли ты хотя это? Поляну характер. Вы право имеете на вас властвовать. Чем я твой отец? Так говорит твоя мать. Если ей можно верить. Хоть мне ему сказать на все это пару русских слов. Ну так, Ваня. Храбрый генерал, а ты моя фортец, которая как не крепка, а все-таки брешу в нее сделать можно. Жена, какая бы она ни была, нежели она у доброго мужа, да. Так ей на ум не вспадет полюбить другого. Ну а вспадет, так тут же и перепадет. Да. Совестью-то жить худо. А я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете.